КНДР и Южная Корея проведут инспекцию железных дорог. Представители двух стран начнут инспекцию 1200 километров железнодорожных путей на этой неделе. Власти Северной и Южной Кореи договорились провести совместную инспекцию двух железнодорожных путей в КНДР для их модернизации и соединения трансграничных магистралей между странами. Об этом сообщает Янхэп в среду, 28 ноября. В среду Южная и Северная Кореи договорились провести 18-дневную инспекции двух железнодорожных путей на западе и востоке КНДР для их модернизации и соединения трансграничной железнодорожной линии, говорится в сообщении. Отмечается, что инспекции 1200 километров железнодорожных путей начнут уже в эту пятницу. Ранее стало известно, что КНДР и Южную Корею соединили дорогой впервые за 14 лет. Она будет использоваться для совместных будущих операций по поиску останков людей, которые погибли в Корейской войне 1951-1953 годах. Также Северная Корея показала, как происходят подрывы охранных пунктов, расположенных в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.